возможности допусков разведения. На вершине мирового рейтинга уже несколько лет находятся такие производители голландской полукровной породы, как Конкорд, Бурграф, Либера, Индуктора, Индорадо, Дидам. Мы представляем вам 11-летнего жеребца Аппервилля голландской полукровной породы, признанного лучшей выездковой лошадью России в 2011 году по его результатам выступления этого года. В 2005 году Аппервилль стал резервным чемпионом КВПН Хертаген-Боши, получил высокие оценки и по итогам был лицензирован голландским студбуком. Аппервилль является потомственным выездковым жеребцом, так как в его венах течет ценная кровь уже павшего жеребца Кабошона, одного из лучших выездковых жеребцов Голландии. Мать Аппервилля, элитная кобыла Гекари, в 1992 году стала резервным чемпионом на соревнованиях среди кобыл верхового типа, а затем успешно выступала в выездке. Гекари происходит от выдающегося производителя Криола. Криол успешно выступал в конкуре международного уровня. Он приходится внуком выдающемуся жеребцу Амору, который восходит к тракенинскому Хипериону. В настоящее время Аппервилль успешно выступает под седлом мастера спорта Татьяны Дорофеевой. Эта пара является обладателем Кубка России 2010 года по группе «Б», серебряным призером чемпионата России 2011 года, победителем международных соревнований СДИ «Две звезды» в Санкт-Петербурге. А представляет Аппервилля сегодня сын Татьяны Дорофеевой Евгений Широгович. Рожденное в Голландии потомство Аппервилля отлично зарекомендовало себя на национальных керлингах. Его сын Шабли был лицензирован в 2010 году, а годом позже его дочь Дадесса стала лучшей гильдерьерской кобылой среди лошадей 3 лет. В России Аппервилль впервые использовался в разведении в 2009 году. И сейчас, немножко позже, полюбовавшись Аппервиллем, мы сможем увидеть это потомство.